ко всеобщему облегчению они выбрались из зоны вылета. Но теперь, чтобы побороться за место в высшей лиге, придется играть буквально на пределе возможностей. Это может быть опасно. Судья показывает на угол поля. В центр штрафной подан мяч с углового. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Хорош. И пробил. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Не стал он здесь ничего мудрить. Просто решился на удары за пределов штрафной. И не прогадал. Попал в левый нижний угол. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Тут может что-то получиться. Мяч за боковой линией. Стоит отметить четкие действия. Удар! Здорово сыграла защита. Не прошел этот удар. Немного поторопился он вне игры. Обратный пас. Очень быстро сыгран. Скидка назад. Выручил он свою команду. Может получиться интересная атака. Эриксон. И удар должен последовать. Какое спасение! Здорово играет голкипер. Из хорошего положения наносил удар соперник, но вратарь молодцом. Агуэр. Это может быть опасно. Навес в штрафную. Мяч в штрафной. Не может его вынести защита. Практически никаких усилий не пришлось. Есть адрес у этой передачи. Прошла передача. Можно выходить к воротам. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Удар. А вот сейчас может быть опасно. С углового мяч будет введен в игру. Выбит мяч из штрафной. Агуэр. Это может быть опасная атака. Где же удар? Санчес. Агуэр. Мяч вынесен подальше от ворот. Опасность миновал. Агуэр. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Санчес. Эриксон. Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Эта атака могла закончиться очень плохо для обороняющейся команды, но последняя передача не прошла. Азар. Диас. Можно провести контратаку.
Защита справляется. Посмотрим за этой атакой. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Атака остановлена, но кто получит мяч? Азар. Поднимает флажок, боковой арбитр. Поторопился атакующий игрок, залез в офсайд. Санчес. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, его учили в детской юношеской школе. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Агуэро. Ибрагимович! Удар! Вратарь на высоте! Все-таки арбитр поднимает флаг, посчитал, что было положение вне игры. Агуэро. Отлично сыграно, надо решать. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Азар. Хороший шанс. Пол команды. Проходит передача. Что он придумает? Судья на линии показывает аут. Хотя мне показалось, что угловой. Отличный отбор мяча. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Штрафной ставит судья. И выносится мяч из штрафной. Эриксон. Начинали они свою атаку, но потом решил пробить. Вот это спасение. Санчес. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Какой момент! Нужно бить! Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Блестяще! Тотальный футбол в действии. Да, агрессивная манера игры в атаке просто не оставляет шансов сопернику. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Начинается второй тайм на Олимпиаштадион. Эриксон. Все верно, края надо чаще задействовать. Санчес. Сокращай разрыв!
Спасает команду вратарь. Сыграл он действительно здорово, безупречно. Очень сложно было отразить этот удар. Ибрагимович. Санчес. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Тут и разрезающий пас на ход. Тут немного силовой борьбы, но мяч он пока сохраняет. Сбросил мяч. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Потерял он мяч, но кому он достанется? Эриксон. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Это может быть опасно. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Пока неплохо. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Опускается глубже в поисках мяча. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Судья позволяет продолжить атаку. Это может быть опасная атака. Хороший контроль мяча. Азар. Увидел открывание впереди, делает передачу. И это шанс забить! Посмотрим за этой атакой. Но так нельзя играть вблизи своих ворот. И мяч... Тут все очевидно, будет штрафной. А в следующий раз выгонит и будет прав. Да, ничего не забывает и не прощает этот арбитр. Санчес. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Отлично сыграно, надо решать. Вот может быть опасно. И что это? Гол! Как говорится, сообразили на троих в этой игровой комбинации. Ну и все лавры, конечно, достаются забившему гол. Я думаю, высказывает сейчас что-то голкипер игрокам обороны, но тут ситуация как в пословице. Нечего, дорогой мой, на зеркало пенить. Да-да, дальше мы знаем, все именно так. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. Да, странные вещи у нас творятся. Команды примерно одного уровня, но такое впечатление складывается, Константин, будто они собрались сыграть в поддавки. Ну, знаешь, Георгий, в сговоре обвинять команды как-то не, совсем не хотелось бы, но мы ожидали... Наверное, совсем другого зрелища. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче?
Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Хорошо укрывает мяч корпусом. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Потрясающая поддержка трибун. Молодцы болельщики. Так и надо болеть за свою команду. Время на исходе. Игроки выложились на поле и сделали результат. Болельщики, конечно же, в долгу не останутся. Будут продолжать петь и кричать. Тут может что-то получиться. Опасно! Какой сейв! И он забивает! И тут же наказание. Моментально голкипер поплатился за свою, прямо скажем, недопустимую ошибку. На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Ну, ребята, ну как же так? Надо же страховать своего вратаря. Очередной гол. Преимущество становится просто неприличным. Санчес. Пока неплохо. Ударище просто. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. До конца игры 7 минут. Флаг поднят, положение вне игры бесспорное. Что там делал игрок, совершенно непонятно. Наверное, заблудился. Но арбитр поднял флажок и зафиксировал офсайд. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Ибрагимович. Мертенс. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Может быть, интересно. Всю работу за голкипера сделал. Тот может отдохнуть пока. Есть шанс развернуть контратаку. Азар. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Поторопился игрок с рывком, вне игры фиксирует арбитр. Санчес. Такие передачи придают атакам остроты. Мертенс. Судья добавляет 3 минуты. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Хороший обостряющий пас. Решил пробить. Какое шикарное спасение. Великолепную реакцию демонстрирует голкипер. С ближней дистанции бил игрок. И взять такой мяч, конечно, было чрезвычайно трудно. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Продолжительный и троекратный.